районный участок, что ли? Москва третья, нет? А, или нет? Москва третья или Николаевка? Я не знаю, что это за вагоны. Это экипировочное депо, самые крупные в Москве. Москва третья и Николаевка. Это Владивостокское депо. А, ну я же тебе говорил, у тебя все время Москва показывает. Ну, первое депо, Первая речка, значит. Тоже узнаю, да? Да. Да. Мы с тобой говорили, да. Меня-то проще запомнить, у меня один и тот же антураж, а вы как-то по-другому. Да? Не, ну у тебя все время показывают, почему Москва, а не Владивосток. Программа. Ну, Москва и Украина, блин, показывает. И Москва, и, короче, не так. Ну, я понял. А? Ладно, это какой поезд стоит, хабаровский или московский? Это непонятно тут вообще, что за поезд. Не написано. Ну, я понял. Да, тут багажный какой-то. Ладно, привет Первой речке. Давай, успехов. Привет проспекту Столетия. Обязательно. Это Александр. Александра. Все понял. А вы из какого города? Я понял. Я из города Электросталь, Московская область. Я понял. На какие темы беседуете? Зачастую эта тема одна. Это тема специальной военной операции. Ну, далеко не одна, но если у вас это одна тема, можем по ней побеседовать. Что вас интересует? Ну, меня, знаете, как человеку, который живет обычной, обыденной жизнью, вполне мирной, она пока ничего не может интересовать. Ну, то есть политические какие-то моменты я не могу обсуждать если, в силу своей некомпетентности. Если это ваша тема, я понял. Вы же скажете, нет, можете... ну, поймите, просто погодите, я вам просто объясню. Зачастую здесь, в Петрогледке, люди обсуждают именно это. Вот тут разные счастье, может, или в том числе и это, да. Я люблю автомобили. Я вот очень сильно люблю автомобили, автомобильную тематику, и вообще я. Хорошо, я вот с жителями Подмосковья обсуждаю, допустим, нюансы географии и развития Московской области. Вы владеете этой ситуацией? Допустим, можете сказать, какой самый большой город в Московской области по населению? По населению? Да. Московской области. Ну, мне кажется, это либо Реутово, либо Одинцово. Ну, Реутово мелкий город, Одинцово тоже небольшой. Это ваш сосед, Балашиха. А, Балашиха. Да. Ну да, кстати, да. А второй, город по величине? Не могу сказать. Ну, я ж не... Я переехал в Московскую. Если ответите неправильно, ничего страшного. Я вам скажу правильный ответ. Как вы думаете? Ну, могу предположить, что Химки. Ну, близко. Химки третий город. А второй город Подольск. Подольск. Ничего себе. Да, и вот... До 12-го Балашиха стала самым крупным городом в 12-м году, ну, 10 лет назад. А до этого Эйдсто был самым крупным городом как раз Подольск, который сейчас на втором месте. Это случилось не благодаря этому какому-то строительству, такому большему, чем в иных местах, а благодаря тому, что правительство Московской области позволяет или позволяло Балашихе поглощать соседние населенные пункты. В частности, был поглощен город Железнодорожный. Слышали такой город Железнодорожный? Знаю. Он по дороге к вам, если на электричке ехать. Понятно, что вы знаете. Да, вот. Уже нет такого города Железнодорожного, хотя станция есть. Железнодорожный район. Это сейчас территория города Балашихи. Поэтому Балашиха выбилась на первое место и преодолела полумиллионный рубеж. В 12-м году. А вот тот город, который в 11-м году был на втором месте после Подольска, а Балашиха была на третьем, откатился на 7-е место. Благодаря тому, что к нему правительство Московской области
проводит абсолютно противоположную политику, чем к Балашке или к Балашихе, постоянно от него откусывает куски в пользу иных городов. Какой это город, по вашему мнению? Откусывает куски. Ну не мучайте. А ну если хотите отгадать, отгадывайте. Интересно. Мытищи. Нет, этот город, Мытищи, это город Люберцы. Мытищи не меняется в размерах. От Люберц постоянно откусываются куски. Последний раз откусили Котельники. Сейчас Котельники отдельный город. Перед этим откусили Белую дачу. А перед этим Косино и Жулебино. Ну и так далее. Удивительно, я рядом. Да. У меня много роликов на канале, да. Поэтому на эту тему в том числе. Желаете, дам название канала, посмотрите. Есть желание заходить? Если вопросов больше нет, спасибо за беседу. Ага. Жду вас на канале. Все, скриншотил. Все, спасибо, да, обязательно. Жду на канале, всех благ. Недолго музыка играла, недолго рая танцевал. Знаете такое слово «мулюка»? Я не украмов. Я не украмов, я на мове не разговариваю. Вы на мове... Ну вот мне отец, он... В молодости ездил, говорит, что грязь по-украински это мулюка. О, по-моему, глупость. А? Ну, ладно. Вы из Оренбурга? Из Оренбурга. Не понял. Вы из Оренбурга? Да, из Оренбурга. Вы на третьем вопросе. Ну, да по любым темам могу. Есть вопросы? У вас Николай II, смотрю, стоит там что-то у вас. Вы спроси, город Апостолово. Это не Николай II. Это не Николай II. Это Николай II. Александр? Ну, может, да. Он с дедушкой поговорит. Да. Нет. А вот одни про Петровской. Я был, знаете, в каком году? В 73-м. Город Апостолово. И вот хочу сказать, я еще спрашиваю, грязь, они говорят, мулюка называется. Ну я понял, что вы так сказали, я не знаю. Но это правильно или нет? Я не специалист в украмове. Я не специалист в украмове. Я не украмовник. Я не украмовник. Не, ну я ничего не говорю. Одно закрыл за отсутствием состава, другое за отсутствием событий, остальные подшиваются у вас. А да, у нас там все русское сказанил. Понятно. Вы откуда, если не секрет? Я с Великороссии. Ну что это за ответ? Город какой? Санкт-Петербург. Вот это уже понятно. Стримите, нет, или просто юзер? Нет, просто сижу, просто общаюсь. Ну ясно. Вопросы какие, может, есть? А вы откуда? Из Харькова. А почему у вас как бы, ну, как бы даже флаг, да слева не Харькова стоит? Ну, так, троллю. Это же бело-синий-красный триколор. Троллю укров по цветам флага. А вас кто там? Вот там на фотографии, вот. Вот на это вот. Александр Второй. А которая справа? Вот это что ли? Да. Ну это виды города, Благовещенский собор. Понятно. Ну ладно, давайте побегу далее. Давай, успехов. Это я просто... Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Николай. Кто? Николай. Не знаю, у него спросите. Если вы имеете в виду портрет, это отнюдь не Николай. А вы из Харькова или из Тернополя, что-то я не пойму. Я вообще-то из Полтавской области, близко к Харькову, ладно. Ну, близко к Харькову это что, Ахтырка, что ли? А это Сумская вообще-то область. Смородиново? Или что там еще? Коломок, это Харьковская область. Коломок, абсолютно. Коломок нет, Коломок это Полтавская. Коломок Полтавская уже, да? Разве? Ну, да. Полтавская громада там написано. Ну, вы там, да? Вы там из Коломока сами? Ну, вообще сам не из Коломока, тут пока что временно нахожусь. А, ну а сами-то откуда? Из Харькова. Из Харькова?
А, ну, в принципе, Тернополь что-то написано, ясно. Я тут просто по работе. Географию Харькова хорошо знаете? Относительно. Я из-под Харькова, Чугуев, знаете? Ну, знаю, конечно. Я из Чугуев. А какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро «Завод» имени Малышева? Ну, не знаю, без понятия. Сразу грузите меня. Ну, я вам, наоборот, облегчил вопрос. Тот вокзал, который до открытия второй линии метро, с которого именно ходили электрички на Чугуев и Граково. Сейчас они ходят со станции Лосева, а до открытия метро ходили с вокзала Харькова в Балашовский. Это, наверное, было давно. Ну, метро когда открыли в Харькове, вы знаете? Без понятия, мне только 19 лет. Ну, нет, я знаю то, что в Харькове было в 19 веке, это же не значит, что я был очевидцем, я просто знаю историю, например. В 75-м году... Мой профиль — это стройка, а не история. Где-то в 79-м, к сожалению, закрыли для постоянного курсирования участок электропоездов от Харькова-Балашовского до Лосева. И поезда стали ходить только от Лосева, ну, чтобы метро загрузить, это я так понимаю. А в принципе, направление это с Харьков-Балашовский, основное направление было вот на Чугуев-Купинск. Но электрички ходят до Гракова, а не до Чугуева в основном, если вы знаете. Я на машине там исключительно. Ну, я понял, да. Ну, машина, я... Географию можно было... Ну, хорошо, ладно, я вас замутил вопросами. У вас, может, какие вопросы есть? Откуда вы все знаете? Вы учитель географии? Нет, я просто хорошо знаю географию и историю Харькова. И не только Харькова. У меня просто память. Я Сватова тут... Я преподавал в ВУЗе, но не историю, да. А в каком ВУЗе? Ну, в каком я не буду говорить, преподавал физхимию. А вы что вообще, что заканчивали? Какое у вас образование, если не секрет? Украинская инженерно-педагогическая академия, бывшая УЗПИ. Ну, по какой специальности? Психология, сейчас учусь. А, это вот бывший заочный политех, который около, на площади Роза Люксембург, что ли, основное здание? Нет, основное здание – это Университетская, 16. А, ну понятно. Ну хорошо. Хорошо, я вас понял. А в рулетке на какие темы общаетесь? Я только скачал, тут буквально минут 5-10. Вы мне первый, кто попали, с кем мы пообщались. Вот, вот удачно, поднабрались от меня знаний Харькова, города, как вы говорите, где, в котором вы живете. Еще, может, какие вопросы у вас есть? Да нет, все как бы понятно. Я просто, зашел посмотреть. Могу вам что-нибудь еще по Харькову просветить. Ну, метро теперь хоть запомнили, когда открылось метро в Харькове, в каком году? Нет. Ну, вам это не интересно. Я же сам сказал, в 75-м. Ну, ладно, раз вы это... Я вам мог сказать, контролировать. Откровенно, да. Ну, как бы это не мой профиль, поэтому я не... Ну, ясно. География вообще не моя, наверное. Ну, ясно. Ваш профиль — психология, да, я понял. Ну, сейчас учусь, пробуем, а там как получится уже. Понятно. Может, тоже не мой профиль. Понятно. Хорошо. Ну, ладно. Хорошего вам вечера. Успех. Был приятно встретиться. Доброта — это когда все друг друга друзья и летать все могут. Девочки, мальчики, сладкие, как карамельки, а у них большие башмаки. Это барбарбарики, легкие, как мотыльки, в глазах горят фонарики, а на них большие башмаки. Это барбарбарики, встал на ногу слон, значит, хочет дружиться он, хочет научить он нас. Жить ушами, а на нос телоса, значит, нет, знакомится она. И чистоться, а всем не ужалить, девочки.
девочки и мальчики, сладкие, как карамельки, а на них большие башмаки. Это барбарбарики, легкие, как мотыльки, а в глаза горят фонарики. Это башмаки, это барбарбарики, барбарбарбарбарбарики, 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 барбарбарбарбарбарбарики. За себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему. Его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, низко клоню? 60 километров от кордону с Польщею. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Не смієтеся? Сушке сім'я, а ви ветем за родную Россию, как уси и красею, тяжела будет и славе. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении. Первые секретари обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Каркашовский был. Мы сделали украинскому народу чиновник. Украинец? Да. Украина, которая... Он создан. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40.